задержался. Все в полном ажуре. Ну как, позвонили? Докладываю. Горэнерго не отвечает. Вас, как мне сказали, на работе почему-то нет. Дальше. Принес сдачу высшей кондиции. Эту сдачу возьмите себе. Я не пью. Что вы говорите? Бывает. Тогда позвольте хлебну отраву за ваше здоровье. Ой. Будьте здоровы. Ой. Ее стремясь неудержимо. В одной занятной книжке я прочел о том, как джин загнал в бутылку джина и плотно запечатал сургучом в порожнюю посуду. Заключенный джин мается, вздыхая тяжело. И видится ему весь мир зеленым, поскольку смотрит он через стекло.